Ветераны наши правильно поднимают вопрос. В этом году мы грядет 70-летие Победы, поэтому заложили на текущий ремонт памятников и благоустройства. Это Белорадская могила Карнаухова, на улице Геологичной, на Новосоловской площадке, на кладбище по улице Ленинградской, на кладбище по улице Демьяна Бедного. Тоже заложили 44 тысячи. У меня просто вопрос по памятникам. Памятник, то есть Братская могила возле ДК железнодорожника. Ну, сейчас в списке нету его. Подскажите. Это не последнее поступление бюджета, это не процентного сбора, поэтому... То есть, скажем так, 9 мая мы поспеем. То есть, на данный момент было распределено, вот, чтобы вы понимали. Я почему интересуюсь, он был закреплен последние 4 года за депутатом Харченко, Шепель, там, Кислицкий и Марченко. Мы за свои собственные средства их все время держали, делали ремонт. Поэтому, да, не молодцы. Ну, я думаю, тоже же надо заложить. Да, ну, правильно, Алексей, если вы поднимаете вопросы, и Андрей Николаевич подсказывает. Действительно, это первое перераспределение вот этих, это мы только начали получать акциз в общий фонд, и я думаю, тут поработает еще отдел экономики, мы по факту должны увеличить, потому что действительно в городе, ну, к сожалению, много продается ликероводочных и сигарет, поэтому я так думаю, налог этот будет постоянно поступать в общий фонд, и действительно 9 мая мы еще заложим налог. Спасибо.